Расскажи мне, что тебе приснилось сегодня ночью. А почему так спрашивают? Мне очень интересно, как у тебя сегодня ночью. А почему папа спрашивает? Потому что мы ни хрена не помним, что нам снится. Угу. Папа сегодня как проснулся, говорит, такой яркий сон приснился, а рассказать не может. Вот я хочу узнать, дети могут рассказать или нет? Я могу. Расскажи. Расскажи мне, это я сейчас буду делать. Я сначала был на пляже, решил прокатиться на матрасе, лег на него, плавал, потом заснул на нем и приплыл уже на остров. Ух ты. А там было утро, я там бегал, веселился. Там был дом, только я туда не заходил. Но потом настала ночь. Угу. Я из-за этого дома вышел. Пятиградный паук. Кто вышел? Пятиногий паук. Ты же говорил 10. Ну, 10, короче. И чё? Я над мной бегал. Угу. Я думал в дом спрятаться, но оттуда вылетел дракон. Угу. Пятиногий. Угу. Потом а я... от паука куда бежал? Везде. А потом я увидел яму, думал, прыгнул. Там были специальные очки, которые мог видеть под землей. Но тогда была ночь, и еще на очках был маленький фонарик. Угу. Все. А очки что там делали в этой яме? Их там кто-то потерял. Кто-то их там потерял, и ты их отдел, и что ты увидел? Как будто земля прозрачная. Ни хрена себе. Ну и что дальше? Ты куда попал с этими чаечками? Ну это все. Потом я проснулся. Ты проснулся, а от паука смог убежать? Да, потом я решил вылезти из ямы, к нему подойти. Угу. И тогда я уже проснулся. Угу.